2 августа наша страна отмечает День воздушно-десантных войск. Именно в этот день, в 1930 году, во время опытно-показательных учений, впервые в военной истории был задействован парашютный десант. Сегодня мы отмечаем 93-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. А это именно те войска, которые по праву считаются элитой нашей армии. Губернатор Приморья поздравил приморских десантников. Торжественное мероприятие состоялось на полигоне 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Уссурийске. Крылатая пехота – это легендарная непобедимая плеяда российских вооруженных сил. Сюда идут служить мужественные и смелые люди, которых объединяет братская сплоченность, взаимовыручка. Именно они своими действиями доказали, что могут работать в нештатных ситуациях, безукоризненно выполнять все приказы, безгранично любить Родину. Во время митинга Олег Кожемяка вместе с мэром Уссурийска, депутатами, представителями духовенства возложил цветы к памятнику героя Советского Союза, десантнику номер один Василию Маргелову. Благодаря ему советские воздушно-десантные войска стали элитой отечественной армии. Несмотря на высокий пост, командующий ВДВ был для десантников своим парнем. Недаром они называли Маргелова по-свойски «дядей Васей». Анна Дьякова, новости на восьмом.